уже толпы-толпы мобилизованных домой обратно приезжают. Не такие, как надо бы домой приехать. В смысле? В цинке. У нас в Мукрсибири уже вообще до хрена. Чуть ли не каждый день пишут. И Да. пишут, что самое интересное, но это вот мы до сих пор что-то разобраться в ситуации не можем. И типа не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях. Уснул, блядь, и не проснулся. Вот недавно случай был. А он был там, на передке. Уснул и не проснулся. Ну, не знаю, может, чтобы статистику не портить, как бы, блядь. Сейчас скажу, что пиздец, все там здесь умрут, нахуй. И хуй кто пойдет больше. Они же там еще на декабрь собирают. Ну, это я тоже знаю, да. Но скажи, что прям умрут и все. Ну, как бы, видишь, у меня, блядь, вот мы в Новосибе были, там, кто в палатках-то ночевал. Ну. Там, блядь, один, короче, себе вены вскрыл, второго, короче, порезали, третий от синьки сдох, четвертого трое в жопу выебали, нахуй. Ну, это я знаю, мне Митя рассказывал. Ну, там пиздец, короче, вообще, полный. То есть это, блядь, уже 4 человека минимум, блядь, даже до войны не доехали.